Всем привет! Добро пожаловать на канал Краски Праздника. И сегодня я буду готовить суп из локтей индейки. Это очень полезный суп. С чечевицей будет он и с овощами. Для приготовления нам понадобится, вот у меня 3 локтя индейки, 3 столовые ложки чечевицы красной, которую не нужно замачивать и которая быстро варится, 2 моркови, 2 лука и несколько картофелин небольшого размера. Сейчас варим бульон из локтей индейки. Для этого в кастрюлю наливаем холодную воду, закладываем локти индейки, варим в течение 1 часа. Вот они у меня варятся в кастрюле. Как только закипит мясо, сразу же солим бульон и оставляем на час. Мясо закипает, снимаем сейчас пенку и солим. Солю я не полную столовую ложку соли кладу. Бульончик получился вот таким. Целый час у меня варятся локти индейки. Уже, смотрите, мясо сходит с костей практически. Вот все это видно. И сейчас я сюда буду добавлять другие ингредиенты для супа. Добавлю я морковь с луком, я их измельчила через блендер. А затем картошку порезала, так достаточно крупно, потому что я думаю, что она разварится все равно. И здесь вот промыла чечевицу, сейчас ее тоже добавлю. То есть все добавляю одновременно, все это буквально варится 20 минут и все будет готово. Если у вас есть помидор замороженный или свежий, то тоже добавьте, я думаю, что будет вкусно. У меня на данный момент нет. Смотрите, какой красивый густой суп получается. Сейчас можно уже добавлять лавровый лист. И все это 20 минут поварится. В конце приготовления добавьте немного зелени. Ту, которую вы любите. Я буду добавлять укроп. Итак, как закипит суп, еще варим 20 минут. Добавляем укроп, либо другую зелень. И выключаем. Смотрите, какой потрясающий получился наваристый супчик. Смотрите, какой густой. Вот он еще горячий. Варила ровно столько, сколько говорила вам об этом видео. Мясо вот разварилось вообще, просто снимается с кости. Вот сейчас попробую, каков суп на вкус, и вам, конечно же, все расскажу. Все очень хорошо разварилось. Мясо просто как на холодец, мне кажется, разварилось. От кости хорошо очень отделяется. Больше, наверное, похож на суп-пюре, потому что он получился очень таким густым. Но понимаете, что картофель и чечевица, то есть достаточно много густоты здесь получилось. Но суп на самом деле очень вкусный. Я вам очень рекомендую его попробовать. И пишите в комментариях, если вы варите похожие и какие секретики есть в вашем супе. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал. Добрых бантиков!